С одним человеком случилась беда. Друзья от него отказались. Не стали его приглашать никуда. Исчезли и не появлялись. Знакомые просто забыли его. В семье уважать перестали. Он очень тоскует, и нет никого, кто спас бы его от печали. Он книжки читает, он скучно живет, он помощи даже не просит. Я вам скажу, это каждого ждет, кто пить неожиданно бросит.